Добрый день, друзья! С вами Дамир, и решил такой, скажем так, небольшой, маленький, малюсенький такой ролик сделать на очень такую интересную тему. Вот здесь на портале ВКонтакте, в группе ВКонтакте, вот Экспресс, вышла вот такая вот новость. 83 673 танка. Примерно столько танков объект 252У и объект 252У защитник было продано вместе в рамках первой продажи. И насколько вы знаете, не так давно была продажа этих двух танков. Один с камуфляжем, другой без камуфляжа. Вот, и именно вот такое вот количество приблизительно было продано. Безусловно, есть среди этих, скажем так, танков, это просто общее количество сумма танков, которые сыграли, скажем так, в рандоме за вот этот промежуток времени. Безусловно, нужно понимать, что тут, не знаю, в танков 100, 200, 300, может быть, находится на аккаунтов там, например, Wargaming, там, эти давали танки для вододела, чтобы они делали видосы и рекламировали данный танк. Вот, и приблизительно именно вот столько продали. Поэтому будем, скажем так, приблизительно говорить, скажем так, уменьшая чуть-чуть количество того, сколько могли заработать Wargaming на продаже этих танков. Давайте посчитаем, сколько же Wargaming заработал на продаже этих танков. Откроем. Так, 83 673. Пишем. 83 673. Да? Да. А сколько стоил этот танк? 2375 рублей. Вот такую сумму стоил защитник. Вот, 83 673 умножаем на 2475. На сумму, которую продавали. И что мы имеем? 207 миллионов рублей Wargaming заработал на продаже этих танчиков. 207 миллионов рублей. Вы представьте себе, это за месяц Wargaming сколько заработал. А теперь давайте поделим на курс доллара. Возможно, лучше правильнее сделать по-другому. Вот так вот. Курс доллара. Я неправильно, кажется, еще сумму указывал. И ставим вот эту сумму. И что мы имеем? 3 614 000 долларов. Ну, пускай уберем там танки, которые бесплатно доставались. Там Wargaming сами играли. Сотрудники Wargaming, которым начисляют эти танки бесплатно. Плюс начисляли эти танки вододелом и так далее. И все это отминусуем. Пускай будет вот 3,5. То есть Wargaming заработал 3,5 миллиона долларов за месяц, продавая только один единственный танк. Это действительно просто огромные суммы. То есть продали быстро один танк, действительно, танк хороший, бронированный солба, там пушка более-менее комфортная, там альфа высокая. И везде, где только можно, шла реклама вот этого танка. Все доделали, не только там сделали видосики этого танка, но еще плюс ко всему, они запускали несколько стримов подряд, говоря, что танк-то в принципе-то хороший. Вот, типа, на нем можно гибать, там, держишь среду, условно, 2400-2500, потому что альфа 440. Хорошее пробитие, хорошо фармит. Кстати, по поводу фарма. Там пульки довольно-таки дорогие, и получается, что фармит он не настолько прям хорошо. Действительно, то есть, условно, если брать, например, ФЦМ, брать там Ягу 8.8, даже брать, не знаю, того же Льва, они фармят все-таки чуть-чуть побольше. Чем это связано? По цене. То есть, например, ФЦМ, там Лев, Ягу 8.8, ну это все-таки ПТ, они стоят суммарно дороже. Этот танк продается за 2475, значит, у него коэффициент все-таки все равно пониженный. Вот, поэтому он фармит не настолько хорошо, плюс ко всему еще снаряды дорогие.
Ну, надеюсь, вам все ясно, понятно. Там действительно хороший. Но его сделали таким образом, что вот спеши, покупай лучший танк игры. То есть это ИС-3, но лучше, понимаете? То есть, когда ты продаешь ИС-3, это уже все побегут покупать ИС-3. А тут ИС-3, но лучше. Альфа-то 440. Ну, вот такие вот дела. Поддержите, скажем так, мой канал, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, чтобы друзья ваши тоже узнали, сколько Wargaming заработал на продаже этих двух танков. На этом все. Всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, если еще не подписаны. А также поделиться видео в своих социальных сетях, если посчитали, что видео полезно. Мне будет очень приятно. Всем-всем удачи, увидимся в следующем видео.